Здравствуйте. Заканчивается дачный сезон. Многие за это лето возвели себе новые дачные домики, и у многих идут отделочные работы. И многие по старинке еще используют уровни, гидроуровни для того, чтобы все-таки как-то более-менее выровнять неровности. Но мы хотели бы сегодня поговорить о более современных, совершенных приборах. И сейчас я хотел бы передать слово нашему специалисту по лазерной технике Шумилу Виталий. Добрый день. Я хотел бы вам рассказать про лазерные приборы, которые помогают сделать отделочную работу намного быстрее, чем обыкновенными лазерными уровнями и гидроуровнями. Владимир, то, что вы держите в руках, это давно уже прошлый век, и лазерная техника, она уже шагнула вперед. Смотрите, я вам покажу, что может делать. Простые лазерные приборы, они позволяют отбивать горизонтальную, так и вертикальную плоскость. Для того, чтобы работать с лазерным прибором, нужен только один человек. Включить его и начинать делать. Точно. Абсолютно точно. Виталь, теперь давай вон тот угол проверим. Как у нас здесь по геометрии? Мы сейчас сможем посмотреть вертикальность угла, насколько идеально выставили строители. Безобразно. Безобразно, безобразно, да, выставили. Вот обратите внимание, вертикаль этого угла, она не идеальна. Вот, начиная отсюда, стенка уходит назад. То есть строители сделали очень криво. Этот прибор предназначен для того, чтобы отбивать горизонталь и вертикаль. То есть, как говорят в народе, просто создавать крест. Но он не предназначен для того, чтобы его вращать вокруг своей оси, то есть делать навесные потолки или заливать пол. Потому что при вращении у вас не совпадут горизонталь правая и левая, которые вы начинали крутить и закончили. Ну вот точка А. Точка А. Это мы крутим, да? Крутим вокруг своей оси, аккуратненько. Так, вращаю. Вот, смотрите. Рисочка не совпала, тут буквально 1 сантиметр. Так, Виталь, а какой прибор может дать нам вот именно 360 градусов по горизонту? Есть приборы, которые рисуют горизонтальную плоскость на 360 градусов. То есть не надо не вращать ничего. Вот он. А как его вот тогда устанавливать? Для этого есть специальные штанги. Сейчас я вам покажу, как это делается. Собираем такую штангу, так? Да. Вот площадка, по которой будет двигаться лазерный уровень. Теперь устанавливаем. О, оказывается, все просто. Да. Включаем сначала. Поднимаем на высоту, которая нам необходима по потолку. Фиксируем. Вот смотрите, на 360 градусов он делает горизонт. Так, что ж мне с этим-то делать, а? Все, можете смело выкидывать. Техника шагает вперед. Опа, а чего он пищит? Это работает компенсатор. Если он стоит криво, он просто вам не даст работать. Итак, мы остаемся, продолжаем делать ремонт. А с такой техникой хочется работать с энтузиазмом. Однозначно. А в следующей передаче мы поговорим с вами, что находится в этом черном ящике.